Всем привет! Сегодня будем открывать вот такую вот небольшую посылку из Китая. Товар заказан на Алиэкспрессе. Посылочка доставлялась почтой Китая по трек-номеру, не отслеживалась. Время доставки из Китая в Украину до момента получения порядка 3 недель. Продавец задекларировал стоимость $10.01 и по весу указал 136 граммов. Аккуратненько распаковываем. Вот таким вот образом упаковано содержимое. И как мы видим, нам приехал USB эндоскоп в комплекте. Инструкция на английском языке. И здесь два QR-кода для установки приложения. Также в комплекте диск с программным обеспечением, вероятно, для Windows. Здесь еще один пакетик, в котором находится тряпочка для протирания объектива, вероятно. Так, не очень хорошо. Сейчас достанется. Значит, это у нас различные крючки для извлечения инородных предметов, тех, которые мы обнаружим с помощью этого эндоскопа. Здесь набор зеркал. Вернее, одно зеркало и два переходных кольца. Это переходник с USB на microUSB. И вот сам эндоскоп, который имеет разъем microUSB, по умолчанию подключается к мобильным устройствам. Это кнопочка включения и колесико регулировки интенсивности освещения. Длина этого эндоскопа 3,5 метра. Подсветка светодиодная по кругу встроенная. И заявленное разрешение 720p. Ссылки, как всегда, будут в описании. Всем спасибо за внимание, до новых встреч!